Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка Евгений, дорогие отцы, братья и сестры, для меня это большая и неожиданная честь и радость выступать здесь вместе с вами и продолжать служение, можно сказать, здесь, снова по благословению Владыки Евгения, которого так и хочется назвать владыкой-ректором, и перенестись в светлые годы Духовной Академии. Тема моего доклада... Kõrgistepüütsetud metropoliit Евгений, kõrgistepüütsed piiskopov, kallid isad, vennad ja ääd, mul on väga hea meel siin täna esineda. Tahaks metropoliit Евгенит... Да. Ikkagi ütlen, sest te olete vanad kolleegid akadeemiast. Начну, может быть, с необычного. Когда я ехал сегодня сюда, а потом летел на самолете, то по дороге было написано краткое содержание доклада в стихах. И я постараюсь сам прочесть стихотворное изложение доклада на эстонском языке. Не знаю эстонского, а потом уже русский оригинал. Тема моего доклада – это стих из Псалтири. «Обновиться, яко орле юность твоя, анакенесвисете ос аэту и неотису». И вот что получилось в стихах. Прошу меня просить, потому что эстонского я не знаю. Тахан лейда котка тиват, милисет выват пиаста минт выметуст, лас олла тяйдета тут мину элусе саладус, мис юмаласт антут я юльце поле юхтлих. Оу саладус милест олит ваймастет, я нет келель он палью раматует, ома мыттега кирюта тут, Се саладус милле нюрде коткаскуй лендап, сабуб вастус пюха киргус парадисист, вайм викс ти вали сада, куй кик ма холи сусед, люкап эра, я лаггу немаст лахтуп тегевусе ая пеау, ва туми секс из сандаля тема кунингликус аус. Отец Фома, поставьте оценку. Хорошая четверка. А вот теперь русский оригинал. Хочу отыскать я орлиные крылья, которые смогут спасти от бессилия. Да будет исполнена в жизни та тайна, что Богом дана, и совсем не случайно. О, новая тайна, о коей молчали, и те, кто тома своих дум исписали. Та тайна, которой орел, подлетая, получит ответ, луч священный из рая. Душа окрылиться таинственно может, когда попечения земные отложит, и ветхость навеки деяний оставит, взирая на Господа в царственной славе. А теперь в прозе. Дионисий, возьми. Вот просто передайте ему. Проза юрта. Эпиграфом моего доклада выбраны слова из памятника христианской письменности, датируемым от 2 до 4 века, физиолога. Когда орел состарится, он ищет источник и трижды погружается и обновляется, облекаясь на старости в крылья. No, и вот, да. Ettekande mottoks on tsitaat vanast kristlikust
pärimusest teisest kuni kolmandast sajandist füsioloog, kui kotkas jääb vanaks, siis otsib ta allikat ja kolm korda viskub sellesse allikasse ja uueneb ja riietub vanaduses uute tiibadega. А вот еще одна цитата для эпиграфа из поздневизантийского автора, который говорит о том, что дети, то есть молодежь, взяв псалтирь, взяв псалмы царя Давида, начинают, подобно орлу, взирать на Христа солнце правды. Veel üks tsitaat hilisest bütsantsiajast, kus kirjanik soovitab, et lapsed või noored loeksid psalteeriumit ja psalteeriumi kaudu saaksid tiivad, et vaadata päikest, tõepäikest Kristust. Перед нами ключевое слово греческого, древнегреческого языка, слово «неотис», дословно «юность». Meies on võtmesõna kreeka keeles «неотис», otsetõlkes «noorus». К необычным, более редким значениям этого слова относятся вдохновение, горячность, а в языке, в словаре христианского греческого языка новизна, по-английски newness. Selle sõna tähendusi on mitmeid, on tulisus, innukus, aga veel on eriline sõna nagu uutsus, inglise keeles newness. Вот перед нами статистика греческого слова юность во всей христиан античной и христианской традиции. Если мы обратим внимание, то мы легко увидим, что слово «юность» – это по преимуществу христианское понятие. Посмотрите на буквы, которые написаны «BC» – «Before Christ». Практически данное слово отсутствует в традиции до пришествия Христова. И это слово появляется интенсивно в текстах христианской традиции, но особенно интенсивно в текстах II века, Second Century After Christ, и IV века, Fourth Century After Christ. Vaatame statistiliselt kirjandust enne Kristust ja peale Kristust, siis näeme, et Vanatestamendi ajal enne Kristust väga vähe kirjanduses kasutati sõna noorus ja järsku tõusu näeme just teisel sajandil pärast Kristust ja neljandal sajandil pärast Kristust. Если мы обратимся к еще одной статистике, то мы увидим с вами имена тех святых отцов, которые больше всего говорят о юности. На первом месте оказывается святитель Иоанн Златоуст. На втором – святитель Григорий Ниский. На третьем – святитель Кирилл Александрийский. Мы также, если посмотрим на эту статистику несколько с другой стороны, то окажется, что самый главный жанр, в котором христианской письменности, в котором говорится о юности – это толкование на псалмы. Vaatame veel statistikat, teistsugust statistikat, kui palju on kiriku pühad isad kasutanud sõna noorus, siis näeme, kõige rohkem on kasutanud püha piiskop Johannes Kultsu, teiseks püha Nyssa Gregorius, kolmandaks Aleksandria Kirillus ja Ja
Ja kõige rohkem noorusest räägiti just psalteerimi tõlgendavates tekstides. Тогда мы понимаем, что в священном писании, а именно в псалмах царя Давида, содержатся самые ключевые стихи о юности, созерцая которого мы при помощи святоотеческой традиции и святоотеческой экзегезы сможем понять, так что же такое юность и в чем духовные уроки осмысления юности. Prohvet Taaveti psalmides on kõige selgemalt välja toodud, mis on noorus ja seda pühadisade traditsiooni psalteerime tõlgendamises kasutades saame ka kõige parema arusaamise, kuidas pühadisad mõistsid noorust. Всего слово юность в псалтире используется 8 раз. Kogu psalteeriumis kasutatakse sõna noorus 8 korda. Слово юность обозначает покаяние и используется в покаянном контексте, как, например, амартис неотитос мук и агнис му мнисфис, если мы произнесем это по-гречески. Грехи юности моя и неведение моего не помяни. Юность используется в контексте радости. Тон эфренонда тинеотитаму, радующего юность мою. Юность используется в контексте надежды, премудрости, смирения, духовной брани. Мы знаем, что норуст касается митмес контекстис, кõigepealt патукахетсусе контекстис, мелепарандусе контекстис, ära меенута мину нооре ja патуде peale. Teiseks rõõmu kontekstis, kolmandaks lootuse, tarkuse, alandlikkuse ja ka vaimuliku võitluse kontekstis. No один стих выделяется среди всех стихов псалтири. Это стих, который находится не только в аскетическом, но в глубоком богословско-мистическом контексте православной традиции. Kuid üks salm psalteerimist on väga erilise tähendusega, mitte ainult Этот стих по-гречески, и вернее его вторая половина, звучит следующим образом. Ана кенисфисете ос аэту и неотиссу, обновиться, яко орля юность твоя. See kõlab eestikeelses tõlkes. Tema täidab su suu heaga, et su iga uueks saab nagu kotkal, ehk nagu su noorus uueks saab nagu kotkal. Надо сказать, что слово орёл, аэтос, используется здесь единственный раз во всей псалтире. То есть это единственное место, которое использует символику птицы орёл. Tuleb märkida, et see on ainuke koht kogu psalteerimis, kus kasutatakse sõna kotkas. Just nimelt noorusega seoses meenutatakse kotkast. Перед нами этот стих, вынесенный отдельно на экран, и мы читаем у святителя Григория Ниского следующую формулу, кратчайшую святоотеческую формулу данного стиха. «И обновиться, как у орла, и пневматики имон неотис, наша духовная юность». Добавляется одно слово – одно всего лишь слово, духовное, пневматики. Püha Nüssa Gregoriuse tõlgenduses on lisatud ainult üks sõna sellele salmile ja saagu uueks minu vaimulik noorus nagu kotkal. Перед нами слово орёл. Он имеет огромную палитру однокоренных корней в индоевропейской традиции. Очень интересно то, что корень этого слова «хор» означает видение, созерцание. Meie ees on sõna kotkas paljudes Euroopa keeltes
Ja on huvitav märkida, et nii kreeka kui slaavi keeles see tüvi, sõna tüvi tuleb sõnast nägema, vaatama. Я прошу прощения, произошел сбой. Техника. Техника ведасалт. Мы, да, сюда. Орел отлагает, но почему орел имеет такое значение? Kuid miks kotkal on selline tähendus? В Священном Писании Ветхого Завета особое значение имел чин херувимов и серафимов, которые находятся в непосредственной близости и лицезреют Бога. Vanas testamentis oli väga eriline koht keerubitel ja seeravitel, kes on taevastest ilmajuta vägedest Jumalale kõige lähemal ja vahetult näevad Jumalat. В античной традиции особая роль выпала птице орел. Летая под солнцем, он обновляет крылья. Обжигая солнечным жаром крылья, он падает в океан, откуда возвращается с новыми крыльями, или ждет, пока они вырастут. В отличие от других птиц, он не умирает от старости, но от голода. В антиккирjanduses oli kotkas, kes lendas päikesele väga lähedale, kõrvetas ära seal oma tiivad, kukkus ookeani, ja uuenes selle läbi, tal kasvasid uued tiivad, nii et kotkas ei surnud mitte vanadusse, vaid suri nälga. И вот мы находим у христианского автора, монаха, подвижника, аскеты, преподобного Косьмы Иерусалимского. Орел сам, о автос аэтос, кетогирос апатифисты легеты, ке ананеазин, сам отлагает старость и никогда не стареет. Me näeme püha Jerusalema kosmose tekstis, munga tekstis, kotkas ise heidab ära endalt vanaduse ja kunagi ei jää vanaks. Мы находим множество разных экзегез, разных толкований образа орла и юности. И данного стиха прежде всего. Стих «Обновиться, яко орля, юность твоя» указывает на отмену Ветхого Завета и на апостольское служение, согласно древнему экзегету Оригену. В Вана-Тестаменте экзегезис мы näeme mitmeid tõlgendusi sellest salmist, näiteks Оригенес tõlgendab Согласно свидетелю Иоанну Златоусту, обновиться, яко орля, юность твоя, это смысл встречи Симеона Богоприимца с Бога младенцем Христом. Lõpetan veel Origenese mõttes oli, et see uueneb, see on kui Vanatestamendi ületamine ja uuetestami saabmine. Johannes Kultsu mõistab seda, kui Simeoni kohtumist Kristusega 40. päeval pärast Kristuse sündimist. Евсевий Кесарийский объясняет этот стих так. Мы должны отложить ветхого человека и облечься в познание нового, продолжая богословие апостола Павла. Кесария Евгениус tõlgendab seda nii, et me peame jätma maha oma vana inimese ja riietuma uuega tema tunnetuses, ehk siis Kristuse tunnetuses, jätkates apostel Pauluse tõlgendust siin. Свидетель Афанасий Александрийский говорит о том, что данный стих является образом воскресения. Этот стих обозначает для нас благодать воскресения. Püha Атанасиус Суур tõlgendab seda salmi juba ülestõusmise sümbolina. See tähendab, et meie peame uuenema ülestõusmises. Святитель Афанасий описывает высочайшее призвание человека по подобию орла. Орел является самым высоким и царственным среди всех птиц,
единственно способен ярко взирать на отблески солнца. Мы видим здесь с вами проявление паламидского богословия, величайшего созерцательного богословия православной традиции, предельно ясно сформулированного в XIV веке. Püha Athanasius võrdleb inimest kotkaga, kes on kuninglik kõigi teiste lindude seas ja kes ainukesena on võimeline selgelt vaatama päikese peegeldust, päikese kiiri. Также этот стих обозначает новое рождение, по-гречески палигенесия. Samuti tähendab see salm uut sündimist, ümbersündimist. Также этот стих означает крещение и погружение в очистительные воды крещальной купели. Samuti согласно святителю Иоанну Златоустому. Püha Johannes Kultsu järgi see salm sümboliseerib ka meie ristimist, ehk siis meie sukeldumist pühasse ristimisvette. Я пропускаю некоторые подробные цитаты, чтобы перейти к осмыслению того, о чем сейчас идет речь. Jätan vahele mõned tsitaadid, et minna... Но приведу вам еще одну цитату из преподобного Федора Студита. Обращаясь к этому же самому стиху, он обращает слово, аскетическое слово к братьям Студийского монастыря. «О чадо, не будем довольствоваться тем, что мы уже достигли, но юношески устремимся и к высочайшим предметам, и да обновится, яко орля, юность ваших душ, и будем всегда восходящими, и не будем считать никакой меры доброго и великого восхождения, пока не достигнем через смерть перехода от временных предметов к вечным. Мы видим, как образ юности и образ созерцания побуждают душу к духовному восхождению, и естественно, что чем более сил в нашей жизни, чем более лет остается нам для нашего существования, тем более пламенный и ревностный призыв обращается к нашей душе для того, чтобы она не была равнодушной. Siiski toon veel ühe tsitaadi pühalt Teodor Studidilt, kes pöördus oma vendade poole studiumi kloostris. O mu lapsed, ärgem jäägem rahule sellega, mida me juba saavutanud oleme, vaid nooruslikult püüelgem kõrgemate asjade poole. Ja uuenegu otse kui kotkal meie noorus, meie hingede noorus. Ja jäägem alati pürgima üles poole, ärgem... Ärgem arvakem ühtegi head ja suurt, et me oleme saavutanud midagi head või suurt oma ülespürgimises, kui ei ole jõudnud läbi surma ja ajutiste asjade igavesteni. Блюди любовь. Если ты полюбишь ее, то обновится, яко орля юность твоя. Урок преподобного Ефрема Сирина. Püha Süüria Efraim ütleb, hoia armastust, ja kui sa teda armastad, siis uueneb ka sinu noorus nagu kotkal. Мы останавливаем цитаты. Мы знаем, что в истории Византии орел был также символом императорской власти, силы и могущества. Святые отцы, обращая свое слово к императору, также призывали императора к духовной ревности, пока он юн, как, например, у Евстафия Саунского.
юность его по-царски обновляется, как у орла. Me teame, et ka Bitsantsi impeeriumi imperaatori sümboliks oli kotkas ja ka tema võimu ja haldamist võrreldi kotka lennuga, kes peab olema kogu aeg nooruslik. Оставляю огромную историческую траекторию образа орла как символа царской власти, скажем только об императоре Маркиане, который дважды в своей жизни был укрыт от солнечного жара крылами орла, что означало особую роль, провиденциальную роль орла в судьбах древней истории, древней христианской истории. Jätame kõrvale ülejäänud tsitaadid, ainult vaatame, kuidas Makrianus oli kord kaitstud päikese kiirguse eest kotka tiibadega. Я вам прочту, чтобы мы почувствовали этот ритм истории, греческое свидетельство о Маркиане. Проексипнисфис де отетианос, феоритон маркианон истон илион кимоминон, ке аэтон паммегестатон эпавтон эльфонда, катасе авту птеригас диапитасан дескиан эпавтон перипиесаминон. Маэттан селе тылькамата, иоск. В завершение я хочу сказать о том, что для современной молодежи образ Нового Завета, образ духовной ревности, образ небезразличия, образ духовного восхождения – это то, что может привлечь современное сердце, потому что любая душа стремится к совершенству. И когда современная молодежь видит в пастырях, в священниках, в монахах, в верующих прихожанах возрастающую веру, возрастающую любовь, возрастающую надежду, то тогда через пример, через духовную силу назидания, через радость встречи со святым человеком мы можем достичь и добиться того, чего не достигнут никакие другие технологии, методы и способы. Встреча со святым человеком – это ключевая часть любого паломничества. Eelkõige kutsub Kristuse juurde inimesi siis see, kui nad kohtuvad püha inimesega, kelles see nooruslik uus inimene, ehk tõeline kristlane, on nähtavaks saanud. Которая заключается в приближении к святыне, в соприкосновении со святыней и во встрече со святым человеком. Lähenemine pühadusele, pühaduse kogemine, kohtumine püha inimesega, see on, mis inimese Kristuse juurde tõmbab. И краткие выводы. Залог духовной юности заключается в крещении, как начале христианской жизни по Богу. Лõppjäreldused, vaimuliku uuenemise algus on ristimises. Поддержание духовной юности заключается в покаянии, как возобновлении потерянных по нерадению даров. Нооруse uuenemine toimub patukahetsuses, meeleparanduses, kus uuenevad meie hooletuse tõttu kaotatud annid. Обновление юности – это духовное восхождение, анавасис. Нооруse uuenemine – see on vaimulik ülespürgimine, которые приводят к видению божественного света и к наполнению себя Богом в соединении с Ним. See ülespürgimine viib mitte loodud valguse nägemiseni ja selle kaudu Jumalaga ühinemiseni. Будем стараться жить свято, и тогда то, что непреодолимо, по Божьей милости совершится, и наша миссия будет благоуспешна. Püüame ise pühaduse poole, siis ka see, mis vajaka jääb, Jumala armust antakse meile.
Благодарю за внимание. Так, вопросы, пожалуйста, от судьи Анисии. Так умно говорил, что вопросов нет. Нет вопросов? Юность и старость, соответственно, образы греха и добродетеля. Все дело в том, что в античной традиции слово «гирос» — старость, как то, что предшествует смерти, ну, означало некое оскудение внешних физических сил. Но поскольку физические силы тоже являются неким символом сил духовных, то в переносном смысле слово «старость» оно обозначает оскудение духовных сил, то есть некую духовную смерть. В этом отношении очень значимо учение Симеона Нового Богослова, монаха XI века, который говорил о том, что есть воскресение до воскресения и смерть до смерти, имея в виду, что мы, если живем добродетельно, то мы воскресаем раньше всеобщего воскресения, а если мы живем греховно, то мы умираем. И Симеон Новый Богослов учил тем самым о воскресении души, хотя душа не может умереть, потому что по догматическому учению она бессмертна. Мы имеем здесь разницу, но эта разница не ключевая, она естественная, между догматическим учением о бессмертии души и между аскетическим учением о том, что мы должны по богословию апостола Павла сораспяться и совоскреснуть со Христом.